вы не поверите. Вот этот, фоточку увидели автомобиля, это Кунг. Кузов универсальный, герметичный называется в армии. Это румынский Кунг для командования, он раскладывается. Когда я учился в Харьковском институте радиоэлектроники, я приобретал военную специальность Military Professional, инженер радиоразведки. И я теоретически проходил практику в таких Кунгах и теоретически мог стать офицером и провести свою жизнь, умереть к хуям в таком объеме. Но, к счастью, я пацифист, я не военно ориентированный. Но реально, школа ХИРЭ, института радиоэлектроники, дает мне понимание, зачем нужны такие Кунги в Монгол-ралли. Дякую, Видер, for your films, for me.